Всем здравствуйте! Дава повеселился на свадьбе брата, на которую были приглашены лишь самые близкие. Рэпер не только показал фото с торжества, но и съехидничал в адрес жениха. В личном блоге Дава опубликовал праздничный снимок. На фото музыкант предстал в черном смокинге и светлой рубашке. Брат рэпера позирует в синем жакете и темных брюках. Образ жениха дополнили бабочка, а также солнцезащитные очки. Невеста, как и полагается, выбрала белое платье. «Свадьба у моего брата. Потеряли пацана?» – спросил Дава у поклонников, сопроводив подпись веселыми смайликами. Публика с юмором отреагировала на вопрос блогера. «Если потерять, то только так. А когда ты решишься? Пора бы. Поздравляем, теперь твоя очередь», – твердят подписчики. К слову, недавно 29-летний Дава признался, что готов был связать свою жизнь с Ольгой Бузовой. Музыкант хотел жениться на телезвезде, только вот из этого ничего не вышло. «Об этом никто не знает. Но спустя 3 месяца наших отношений я сделал Оле предложение руки и сердца. Подобное было впервые в моей жизни, и я думал, что это раз и навсегда. Мои близкие знали об этом. Несколько месяцев просил Ольгу планировать свадьбу, но прошло время, и я понял, что это никому не нужно. Первые полгода у меня сносило башню от Оли, и она ко мне относилась так же», — откровенничал исполнитель. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.